Экстрим-шоу каскадеров во Владимире. Давно в областном центре не было такой вывески. Старт шоу пришелся на будни, поэтому трибуна стадиона «Северный» была забита чуть больше, чем наполовину. Но те, кто в четверг вечером нашли свободное время поглазеть на зрелище, не пожалели. Оно удалось. Бои легковых автомобилей с бигфутом, сбивание машин, езда грузовика на задних колесах, прыжки с крыши легковушки в горящие кольца. То и дело, на трибунах слышались восторженные и в то же время испуганные ахи. Программу для Владимира подготовили каскадеры театра спортивно-зрелищных представлений из Краснодара. Этот театр существует уже 26 лет. Приехали чехи. Показали часть этой программы, не этой программы, а вообще часть программы. Все заинтересовались, даже директор завода Тольятти. Он сказал, чтобы через месяц у нас такая была команда. И так все произошло. Поехали, уже реклама шла в городах, а ребята еще учились ездить на двух колесах. Сейчас команда из 10 человек останавливается в каждом городе на 4 дня. Их программа каждый год уникальна. В следующем году изменяется программа, добавляются машины, автовоз еще один. У нас 3 автовоза, еще добавляется один автовоз. Стало быть, больше машин, больше людей и больше всего. Потому что изменяется программа где-то на процентов 40. Многие из них либо в разводе, либо женаты не в первый раз. Но несмотря на тяжелые судьбы и многочисленные травмы и переломы, своей профессии они верны. Они считают, что им в жизни очень повезло. Каждый занимается любимым делом. Каскадерам надо родиться. Это позов души или как. Адреналина не хватает просто и все. Вот мы полгода находимся когда дома, мы мнемся. Нам нечего делать. А когда выезжаем, вот сезон, весна, лето, осень, мы выступаем. И для нас это интересно. Неважно, поломал ты себе что-то, не поломал, все равно интересно. Виктор Егер – исполнитель одного из самых динамичных и опасных трюков вечера. Он – автор прыжка в горящие кольца. Десятки городов, сотни выступлений. Владимир – последний город в гастрольном списке. Очередной сезон у театра «Каскадер» завершается 2 октября. А впереди – подготовка к новому сезону и долгожданная встреча с родными. Максим Палагин, Стас Трегубов, Александр Максимов, «Губерния-33».